Twitch, насколько я слышал, могут замедлять, пока не могут его закрыть по техническим причинам вроде. Но что-то там, да, говорят, что-то думают, и сдается мне вот то, что делает ВК, новая стриминговая платформа, они, именно они хотят Twitch-то прикрыть. Ну, поэтому интересная ситуация на тему того, что если сейчас закроют, куда идти, да, там, Vast, ВК или куда-то еще. А вот не возникнет ли обиды у стримеров, если они узнают, что одна из платформ как раз была причастна к закрытию Твича? Вот такая вот история интересная, очень интересная. Типа, идите к нам, мы закрыли вашу любимую платформу. Ты такой, блядь, в смысле, вы что там? Ну, ладно, посмотрим.